Всем привет! Я нахожусь на рыбалке на Оке. Ловлю сама. Сегодня хорошая погода. Сегодня 5 июля. Вечер. Суббота. Будем записывать видео. Если клюнет хороший сом, обязательно его заснимем. Покажем. Так, это снова продолжение видео про рыбалку. Я продолжаю снимать дальше. Сегодня суббота. 5 июля, вечер. Время 21 час, вечер. Это находится место в селе Мурмино, недалеко от Рязани, на Оке. Здесь клюет сом и другая неплохая рыба. В общем, место неплохое. Будем записывать видео. Пока что ничего не клюет, но ждем поклевку. Может, что-нибудь клюнет. Тут плавают рыбаки на лодках. Очень много рыбаков на лодках. Здесь также клюет другая рыба, помимо сама. Здесь есть рыбы подлещик, лещ, стерлядь, судак. Вообще здесь место неплохое. Здесь яма глубиной 10 метров, и в этой яме, говорят, есть неплохая рыба. Так что приезжайте, не пожалеете. Вот так. Вот смотрите, какая здесь красивая ка. Она тянется и туда, и туда. Ну вообще красота просто.
Вон на небе светит луна. На небе светит уже луна, уже вечер. Скоро будет уже ночь. Пока что ничего мне не клюет, но будем ждать поклевку. Thank you.
По-моему, что-то клюет. Да, точно, что-то так гнет. Что непонятно? Я говорю, что тут клюет. Тут клюет. Я что не вижу, что-то. Поклевка есть. Надо снимать это все на видео, обязательно. Так, снимаю видео. Сбалку. Вообще не получится очень длинное видео, потому что будем записывать как можно дольше.
все будет нормально. Вместе я боялся, потому что, ну как хотите, но сейчас еще пока походно, так что пока одевайтесь. Ну или это красно. Все, вот сейчас ночью вообще прохладно. Сейчас вас кофе замерз. Ну здорово, сейчас вас все замерз. Вы так одеваете? Холодно вообще. Еще тепла нет. То есть в конце июля, в август, второй раз, то ночью. Тепла нет. Продолжаем записывать видео.
Маленький, маленький, но не будь таким угрюмым. Подрасти твои попытки, все равны нулю. Маленький, маленький, все равно тебя не брошу, потому что ты хороший, я тебя люблю. Это такая есть песня. Ее поет Валита Милявская. Да, что-то не хочет плевать. Очень странно все это. Но уж попозже будет. Крупный слом обычно клюет ночью. Чё-то тёкнуло. Зазвонили колокольчики. Да у меня есть какая-то тюкает, какая-то мелочь, я не знаю, что-то еле-еле, я пока еще не проверял. Это, мне кажется, не Саменок. Или Антон, может быть, опять такой же мелкий Саменок. Как ротан, сейчас придет, тюк-тюк потихонечку тюкнет, еле-еле. Че? Не знаю, я не проверял, сейчас я проверю. Еще. Кто потихонечку, тюкает потихонечку, но это, мне кажется, мелочь. Крупный сом бы, если бы взял бы, сейчас бы удочка вся бы тряслась, начала бы трястись. Знаешь, как бы, если бы хотя бы граматрист бы взял бы, он сейчас бы потряс бы ее хорошо. А даже не трясет ничего. Ночью может быть. Сейчас может быть еще просто время мало. И я тогда, Антон, в Калуге сидел там вообще, сом начинал клевать только в 12 часов. Ну, а это было, правда, в июне. Сейчас я не знаю, во сколько он начинает клевать. Вот там он начинал клевать вообще очень поздно, не знаю. Какой 12, ай, даже позже, вообще в час ночи клевал. До часа ночи вообще ничего не клевало. До часа ночи там сидел, ждал, пока Саменок начал. Сейчас, я здесь не знаю, как будет сегодня. Надо сидеть это, всю ночь ждать, не знаю. Посмотрим. А ты хочешь в другое место идти, что ли, да? Туда, да? Ну иди, может там. А кстати, Айвер, смотри, вон, видишь, вон там место неплохое, видишь? Такой пляж. Где народ-то? Там не доходит. А, ну там купаются, да, я вижу там. Ты прав, вообще там. Да это не сум. Не Саменок Таракович. Если бы Саменок взял бы, я уж там. Не Саменок
какой-то. Сейчас клюет.
Вот. Пока ничего не клюет. Тишина. Думать, короче, делаешь. Оденьте. 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 О, очень тихо.
взять? Ты кормовый нашел. Извините, что привела. О, привела. О, видите, просто надо было бить насадку. Блин.
поймали первого сама. Вон он сидит в шапке. Сомик неплохой. Вот смотрите, видите, сидит. Так, сейчас мы вам покажем, чтобы вы видели, что я действительно есть рыба. Вон, видите? Какой красивый. Вон, вон. Вот, настоящий самёнок, вон, видите? Вот здесь такие клюют. И даже еще, и даже могут еще крупнее клюнуть. Вот так вот. Вот такое классное видео. Мне еще клюет. Неплохо он клюнул, долбанул. Туда дело. Похоже, кто-то опять клюнул. Олег, это тебя не кажется. Вот. Можете приезжать в это место, люди. Здесь место неплохое. Это место находится... за селом Мурмином. Здесь неплохое место. Хорошая яма. И много шамов. Приезжайте, не пожалеете. Какая его трясется? Началось.
Ну, если ходит хороший шайф, она никто не уйдет. Если кошмар, то все может уйти. Крупный шайф никогда не уйдет. Да, что-то опять тюково, не знаю. Надо посмотреть. Может уже обкормал червей, не знаю. Не знаю, что это тюково. Вот, смотри, Антон. А нет, пока еще не обкормало. Пока еще, значит, не кинуло. Ну да, но рыбы, конечно, мало. А. Не, я вон сейчас поймал одного самёнка такого, маленького. Он ещё это мелочь. На 300 грамм он сидит. Да, на себя взял вот так. Вот так сейчас взял, недавно вечером. А. Да вообще кошмар. Я вообще тоже поражаюсь. Вся природа куда-то пропадает. Что-то вообще все уничтожается. Я не знаю, что творится. И рыб-то уже осталось мало. И уже почти нет рыб-то. По сравнению с тем, сколько ее было раньше, и по сравнению с тем, сколько ее сейчас, это вообще смешно даже говорить. А раньше было много, да. Я ничего не спорю. А я еще смотрел вон по интернету, в конце до июля вообще жара начнется. До 36 градусов написано будет жара, пекло будет написано. Не знаю, правда, неправда. Вон, я смотрел информацию в интернете. В конце июля написано будет жара,
аномальная. До 35 градусов, 36 градусов будет. Пекло будет, пекло. Но это только на эту неделю. А я смотрел на весь месяц. И там написано, в конце до июля, в начале августа будет вообще жара до 35 градусов, 35-36 написано. Вот я смотрел. Да, в интернете тоже, не знаю, правда, неправда. Так написано в интернете. Прогноз погоды на июль. Жара будет еще. Жара еще будет в конце до июля. Жара еще будет. Но там уже все равно, там она уже, жара долго не будет. Но она, может быть, там постоит максимум до недели, а потом опять пойдет на спад. Все, теперь уже там уже, считай, что август будет, там уже конец, до июля, августа, там уже жара она будет, но она долго уже не будет. Все. Там август уже. Там август. Да, я гляжу, в последнее время рыба вообще крупной стала, мало. А раньше были такие самые килограмм по 30, по 40, по 50, а сейчас вообще даже крупную сама поймаешь, вообще редко, да. Вообще, как говорится, рыбы стало мало. А, ну это еще... Самый первый, это на майске. Ну нормально еще, судак, это нормально. И больше нормальной рыбы я не пойму. И больше тишина, да, понятно. Ее рыб-то не осталось, ее рыбу мало вообще. А, вы хотите, что ли, здесь так сделать, перетяг сделать, понятно. А, это вы вон как, на донку, я понял так, понятно. На донку так, попробуйте. Весело. Есть рыба, да? А, понятно. Но надо, она здесь должна быть, потому что взять, гладь, яма, тут должна быть рыба, по-любому. Кто? А рыба? А, понятно. То есть она стоит не в самой яме, она немножко поднялась и стоит. А, понятно. То есть она поднялась.
Ну, сомик-то на самые дни обычно яма ходит, он обычно обитает глубоко. Он может сразу подниматься до ямы, но он обычно ближе к берегу подходит. Кто-кто? Сомик-то? А, да, сомик может же взять и стоять поближе к берегу. Ему, наверное, там нравится обитать, в том месте. А, понятно. Все места знаете здесь, да? Понятно. Тут плавают вокруг рыбаки на моторных лодках. Мы все это снимаем на видео. А, понятно. Нормально, в конце не получится. Это не пока мало, пока нормально. А потом пошла.
там бухтан. Бухтан. Он бухнет. Он бухнет. Очень за всем
Спасибо.